Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. В прошлом видео я сказал, что в ближайшее время расскажу об источниках пассивного дохода, которые я нашел, которые я стал делать для себя. И вот сейчас я начинаю как раз об этом рассказывать. Многие из этих источников могут не подойти всем, и поэтому я о них рассказываю довольно редко. О тех, которые подходят всем, я рассказываю почаще. Вот. Но я расскажу о том, что сделал я для себя, и, возможно, это окажется кому-то полезным, потому что кто-то вдруг найдет для себя что-то тоже, что он может сделать в своей области. Итак, первое, с чего я хочу начать, это вот с того, что я пришел к выводу, что у меня полностью отсутствует пассивный доход. Я заработал, так сказать, там дом трехэтажный, там машины, вот, но внезапно у меня сердце прихватило, и я понял, что, в общем, то, чем я не занимался, это не создавал источники пассивного дохода. И очень просто, на поверхности лежит самый простой источник пассивного дохода, просто собрать кучу денег и положить их на депозит. Ну, в самом деле, скажем, если мы хотим получать, ну, какая у нас пенсия в настоящее время? В районе 10 тысяч рублей. Чтобы удвоить эту пенсию или там получать адекватную, так сказать, пенсию, сколько надо собрать денег? Давайте посчитаем. 10 тысяч рублей в месяц – это 120 тысяч рублей в год. В то время, когда я это осознал, ставка депозитная, в принципе, была, возможно, 12% годовых. То есть, получается, что 120 тысяч рублей делим на 0,12, получается 1 миллион рублей. Если я положу 1 миллион рублей под 12%, то это будет за год 120 тысяч рублей, то есть 10 тысяч рублей в месяц. Соответственно, если хочу 20 тысяч, то 2 миллиона положить, 30 тысяч, 3 миллиона положить. Вот такая простая арифметика. Или это первый вариант, то есть увеличить количество денег. Вот. Второй вариант – увеличить количество процентов. То есть, если я найду, куда положить деньги под 24% годовых, то, соответственно, 10 тысяч рублей в месяц мне принесут 500 тысяч рублей, вложенные под такой процент. Тоже весьма небольшая сумма на самом деле. Вот. Поэтому первое, что надо сделать, это надо просто накопить большое количество денег. А денег у меня в то время как раз не было накоплено, потому что я заканчивал строительство дома, как минимум. Вот. И я, конечно, сразу понял, что надо накапливать деньги, надо откладывать их. Я начал откладывать, ну и стал класть деньги куда? На депозиты. И тогда я занимался Форексом. На Форексе можно было заработать очень-очень много, но также много можно было и потерять. Вот. Что в результате со мной и вышло, я потерял практически все, что я вложил в Форекс. Вот. Поэтому я Форекс никому не советую. Там большие заработки, они были, значит, у меня большие доходы были, но заканчивается все всегда одним и тем же полным сливом. Вот. Итак, я тогда же вспомнил, что 25 лет до этого, где-то в начале 90-х, ко мне подходила женщина и рассказывала о такой вещи, как социально-накопительная программа или инвестиционное страхование жизни. Вот. Что это такое? Это то, что делают люди во всем мире, во всех развитых странах. Они накапливают деньги, но накапливают деньги не в банке, потому что банки вообще там не дают в западных странах никаких процентов, а этим занимаются страховые компании. Страховые компании занимаются инвестиционным страхованием жизни. То есть мы сначала накапливаем деньги в страховой компании, и они там хранятся. И там они хранятся намного надежнее, чем в банке. Но после того, как у меня наступает какой-то возраст, какой возраст пенсионный, который я сам определяю, я сам в любой момент могу сказать, что вот я с этого момента хочу, чтобы у меня была пенсия, моя пенсия личная. И тогда я преобразую все, что накоплено там, в пожизненную ренту.
И компания начинает мне выплачивать пожизненную ренту, независимо от того, есть там у меня деньги накоплены или нет. В зависимости от того, сколько я накопил, компания платит мне деньги. Но она гарантирует выплату денег. Ну, это же страховая компания, там закон средних чисел. Кто-то прожил больше, кто-то прожил меньше. Вот, и рассчитан на средний возраст и так далее. То есть там полная гарантия. Я посчитал, что... Да, ко мне пришел спустя 2 года мужчина как раз с таким предложением. Женщина, которая приходила ко мне в начале 90-х, она предлагала компанию AIG Life. AIG – это американская компания. Она говорила, что это крупнейшая корпорация в мире вообще. В мире. Не Microsoft. Не Билл Гейтс самый богатый человек, а вот самая большая, самая крупная корпорация в мире – это корпорация AIG, а Microsoft, как оказалось, на 3-м месте. Так вот, время показало спустя 25 лет, что AIG действительно самая крупная корпорация в мире, действительно она непотопляемая, действительно был кризис, который связан был, помните, с Lehman Brothers, и там же пострадала компания AIG, но Обама сказал, что вот AIG топить нельзя, и государство дало кредиты из бюджета компании AIG, потому что если AIG рухнуло бы, то кризис был бы намного хуже, и от этого пострадали бы, ну, миллиарды людей просто. Поэтому AIG – это вот надежная компания, самая крупная в мире. Вот, но к тому времени, когда я вот это осознал, AIG Life была в России, она прекратила свое существование в России, то есть она выполняла все свои обязательства, но новые договора не открывала. Ко мне пришел мужчина, и он предложил, значит, аналогичную программу в австрийской компании. И почему австрийская? Потому что в Австрии самое жесткое законодательство, в смысле страховых компаний, там самые надежные страховые компании, потому что с Австрией никогда никаких потрясений не происходило. Австрия ни в каких войнах не участвовала, ну, со времен Второй мировой войны. Но даже во Вторую мировую войну, а эта компания Граве, которая, так сказать, как бы предлагала свои услуги, она была основана в 1895 году, тогда у нас как раз еще крепостное право было, его отменяли. Вот с такой историей компания, и там до сих пор родственник короля в президентах, то есть это вот такая очень крупная, очень известная компания. Самая устойчивая в мире компания, оказывается. То есть у них соотношение собственных средств к обязательствам самое лучшее в мире. Это не самая крупная компания сейчас, но по отношению вот этого собственного капитала к обязательствам у них самое лучшее это соотношение. И поэтому они решили развиваться на восток, и поэтому они придумали специально для стран бывшего СНГ вот этого специальные условия, которые даже лучше, чем для австрийцев. Ну, какие это условия? Накапливать деньги на будущую пенсию. Программы рассчитаны там на сейчас уже на 10-15 лет. Раньше было только на 15 лет. Я посчитал, что для того, чтобы получать пенсию, ну, просто удвоить пенсию, вот ту же самую, да, мне надо накопить там 32 тысячи евро. Я считал евро, потому что, евро нам ближе. И мне ближе, по крайней мере, евро. Я в Европе бываю достаточно регулярно. Вот, 32 тысячи евро. 32 тысячи евро я разделил на 15 лет, получилось 2 тысячи евро в год я должен откладывать. И я начал откладывать. Заключил такой договор, программу по 2000 евро в год. Спустя меньше чем год жена сказала, я тоже хочу такую программу. И я уже зарегистрировался там в качестве финансового консультанта. То есть как бы я уже имел сам право открывать такие программы. И я открыл на жену программу, получил там комиссионные. Потом я открыл еще одну такую же программу на себя уже в других условиях. То есть сначала это была страховая программа. Сейчас я о ней чуть подробнее расскажу. Вторая программа была как раз инвестиционная, потому что это уже было Евровип. То есть я свои деньги отдавал в управление, ну, управляющей компании, которая лучше в Австрии. То есть это страховая компания,
отдает свои деньги в управление фонду, она выбирает фонд, страховая компания, какой выберет фонд? Самый надежный и при этом достаточно прибыльный. И нанимает там лучших специалистов, поэтому вот я такую программу выбрал для себя. Позже жена сказала, я себе тоже хочу такую программу, и я открыл, значит, мы открыли на нее тоже. Значит, программы, я повторяю, каждая программа подразумевает 2000 евро в год откладывания. То есть, соответственно, на меня две программы, 2000 евро плюс 2000 евро, это 4000 евро в год. И на жену 2000 евро плюс 2000 евро на жену мы стали откладывать. И в то время, ну, то есть, получалось, что и у меня, и у нее пенсия будет ну, в три раза выше, чем та, что обещана нашим руководством страны. То есть, ну, в принципе, как-то нормально. И, ну, 30 тысяч рублей у жены, 30 тысяч рублей у меня. И вроде бы все нормально, но проблема вот накопить эти деньги. Вот. И что еще важно, то что, ну, так как я стал финансовым консультантом компании CSafe Invest, то, значит, мне полагались достаточно большие комиссионные за то, что я кому-то расскажу и помогу открыть такую программу. И они до сих пор есть. Вот. И в чем была моя работа? В том, что, ну, ходить и рассказывать людям о том, что люди надо откладывать деньги. И я начал вот обзванивать всех своих друзей, предлагаю встречу и говорю, слушайте, вот такая вещь, там, слушай, открой, вообще такая штука классная. Но столкнулся, ну, во-первых, с неверием, что естественно, во-первых, во-вторых, люди говорят, да где же я такие деньги возьму, там даже 1000 евро не могу накопить за год. Но то, что копить надо, это однозначно, для меня это здесь не было вопросом. То, что копить в валюте, не в валюте, это другое дело. Но люди говорят, я не могу накопить этих денег. Да, в чем заключается вот та программа, которая накопительное со страхованием. Следующим образом, смотрите, я накапливаю деньги в течение 15 лет, но если в течение 15 лет со мной что-то случается, происходит, то это страховой случай, и получается, что компания возвращает мне все деньги, которые я накопил к этому моменту, плюс 3000, ну, не мне, там, моим наследникам, скажем, если со мной совсем что-то нехорошее получилось, либо, значит, там, ну, там есть какие-то параметры, вы знаете, в страховых компаниях, там, там инвалидность, там всякие там и так далее, неприятные вещи. Вот, то компания возвращает то, что накопил, плюс 3000, если совсем кирдык, если совсем не кирдык, то 3000 нет, и плюс то, что должен был накопить за все 15 лет, но не более 85 тысяч евро. Ну, то есть, в принципе, вот такие условия. И те деньги, которые я вкладываю в компанию, они должны были расти 3% годовых в валюте, в евро. Это довольно много. А те деньги, которые, вот, та программа, которая другая, которая инвестиционная, она на других условиях. Инвестиционная программа также подразумевает ежегодные взносы в размере не менее 1500 евро. Первый взнос сразу за 2 года. Вот, ну, я по 2000 евро, то есть первый взнос у меня был 4000 евро сразу, вот, но там никто не гарантирует никакой доходности, вот, но доходность в результате получается в районе от, ну, скажем, 3 до 9% максимум было, минимум было минус там 6% за год, это когда кризис был, ну вот после, сразу после кризиса было плюс 12%. В среднем где-то 5-7% годовых давала вот эта стратегия управления инвестиционного фонда. Там никаких уже вот этих вот страховых вещей, которые сколько накопилось бы, этого не было, просто накапливаются деньги и предполагается, что со мной ничего не произойдет. Вот такие две программы у меня были открыты. И я повторяюсь, я стал финансовым консультантом при этой компании и стал рассказывать людям.
И мне люди говорят, нет, у меня нет денег, мне это не подходит. И, ну, во-первых, многие говорят, там, что это евро там, и так далее, что надо в России все это делать, во-первых. Во-вторых, что я не могу накопить 60 тысяч, где это сделать, это надо же откладывать, надо у себя отрывать от сердца. Да, это действительно так, надо отрывать от себя и куда-то складывать. Поэтому они говорили, что, Юра, вот расскажи, сказать, ну, как бы, как нам накопить деньги. То есть, если бы были деньги, я бы открыл там и так далее. Во-вторых, каждая такая беседа, она требовала времени, как минимум 2 часа, и с каждым человеком. А знакомых у меня не так много, в общем-то сказать, там. Ну, я обошел всех своих знакомых, результат был не очень хороший, конечно, потому что, ну, то ли я не могу убедить, то ли я слишком мягкий, я не могу вот так просто надавить и там, блин, зажать в угол. Ты пока не откроешь программу, я тебя не отстану, ты пойми, что я там ангел твой, и поэтому, значит, ангел не должен быть добрый. Я добрый на самом деле, я, ну, не хочешь, давай, так сказать, как надумаешь, приходи, а так нет. Короче говоря, на этом я ничего не заработал, но свои программы я открыл, они работают. Но вот что я выяснил, что мне пришла в голову мысль, что если я буду вот эту вот так называемую беседу о продажах проводить не лично, а ее ведь можно записать на видео и показать тысячам человек. Поэтому я завел видео канал на YouTube и начал рассказывать о том, что, ребята, это действительно необходимо. Действительно необходимо накапливать деньги. Потому что это действительно надо делать. Я завел канал на YouTube. Вот. Что в результате получилось? В результате получилось, что я на канале рассказываю, но все равно, значит, там результат никакой, но люди говорят, я не могу накопить даже 60 тысяч, ты помоги мне накопить 60 тысяч, чтобы вот это вот, ну, как бы здесь. Я говорю, ну, ребята, очень простая вещь. То есть надо по мелочам уже начинать, как бы, если у вас совсем нет денег, давайте начинать по мелочам. Я говорю, просто поменяйте. То есть я взял, я же говорю, что, ну, там 12% тогда было. Карточка Тинькофф давала 12% в то время. Черная карточка Тинькофф. Я говорю, посмотрите, ребята. Просто вы пользуетесь, вы все пользуетесь карточкой Сбербанка, вот она, вот, и вы просто возьмите и начните пользоваться вместо карточки Сбербанка карточкой Тинькофф. И я показываю на пальцах просто, что Сбербанк дает, скажем, ну, скажем, 50 рублей в месяц, а Тинькофф 500 рублей в месяц. Вот просто так, деньги, которые лежат, вот они на виду, 500 рублей в месяц. Карточка Тинькофф. И в Тинькове тогда появилась акция «Приведи друга», по которой за каждого приведенного друга 300 рублей. Ну, я думаю, ну, а что мне не снять видео? Ну, во-первых, это в ключе. Смотрите, то есть Тинькофф дает возможность 500 рублей в месяц. 500 рублей в месяц – это, если что, 6 тысяч рублей в год. Плюс. Вот, люди говорят, где мне взять вот эти вот 60 тысяч в год. Вот вам 6 тысяч рублей из этих 60, 1/10 часть. Вот, просто поменяйте карточку. Потом, второй вариант. Начните вести учет денег, и вы увидите, что у вас деньги вылетают. Вот я сейчас начал опять вести учет свой. У меня главная статья расходов называется «Хрен знает что». То есть я не знаю, куда ушли эти деньги. Они были, их нет. Вот на «Хрен знает что» уходит обычно от 10 до 30% месячной зарплаты. Вот возьмите 10% месячных денег и просто вот, когда вы получаете свою зарплату, и 10% просто отложите. Ваша жизнь не изменится при этом. Просто вот отложите на карточку Тинькофф. Вот. И все. Поэтому я стал рассказывать, и карточка Тинькофф. Аналогично, я про карточку Тинькофф снял видео, поставил туда ссылку. Видео. И поставил туда ссылку. И это видео могут посмотреть там тысячи раз. И люди смотрят. Я им рассказываю, что это хорошо. 6 тысяч рублей в год. Люди берут по ссылке
получают карточку Тинькофф, они получают выгоду себе 300 рублей. Раньше это было 300 рублей наличными людьми, на карточку приходило после того, как они истратили 300 рублей с карточки. Сейчас это в виде 3 месяцев бесплатного обслуживания, 300 рублей. А мне 300 рублей за каждого приведенного друга идет на карточку. Что такое 300 рублей? Да ничего, да? Но в среднем каждый месяц я получаю от Тинькова до сих пор больше 1000 рублей. Иногда бывает 900, иногда бывает 1500, 1800 бывает. Вот, но чуть больше 1000 рублей в среднем я получаю от Тинькова по акции «Приведи друга». Люди просто смотрят мои видео, которые я снял давным-давно, где я рассказываю про преимущества карточки Тинькофф. И они берут карточку Тинькофф, я получаю деньги. А люди довольны. Вот, значит, то, что в Австрии мне не принесло, ну, как бы комиссионные какие-то там, короче говоря, ну, я в минусе оказался в результате. Потому что я на учебу затратил больше денег, чем получил в качестве консультанта. Вот, но я научился там на разных тренингах, и эти программы работают. Они там деньги накапливаются. Вот. Но просто вот Тинькофф стал приносить мне пассивный доход. Если раньше в начале у меня был пассивный доход, помните, 60 копеек, то сейчас Тинькофф приносит мне больше 1000 рублей. Далее. Значит, люди говорят, ну хорошо, Тинькофф-то это как бы, ну, карточка такая, то есть на каждый день, потому что мы пользуемся ею каждый день, там из этих 500 рублей 400 рублей идет за счет кэшбэка 1%. 400 рублей это кэшбэк, а 100 рублей это процент на средства, которые там лежат. Но это не накопление, потому что с Тинькова также деньги уходят. А накапливать надо. Я после Форекса, неудачно в Форексе, решил зарегистрироваться на бирже. Я выбрал самого лучшего брокера, которого смог найти по всем параметрам для себя. И начал также на своем видеоканале советовать этого брокера. А потом подумал, а что это я его бесплатно советую? Может быть, у брокера есть какая-то программа, типа «Приведи друга». Я обратился к брокеру и спросил. Оказывается, есть такая программа «Приведи друга». И если человек регистрируется, точно так же, вот, ну, то есть если я убедил человека в том, что надо накапливать деньги, и я им посоветовал самого лучшего брокера, которого смог найти, этот брокер мне выплачивает. То есть я просто сказал, что, ребят, что я бесплатно это буду делать? Вот, они мне выплачивают, ну, где-то так же примерно 300 рублей за каждого человека, вот, который откроет просто брокерский счет и пополнит его. И плюс, значит, я получаю, что самое важное для меня, 10% от брокерской комиссии идет мне. И вы знаете, какие это деньги? 10% от брокерской комиссии. В среднем это где-то, ну, обычные деньги, которые я получаю за человека. Только не смейтесь, пожалуйста, потому что в среднем это где-то в районе 40 рублей в месяц. 40 рублей в месяц. Не 300, 40 рублей, но в месяц. В среднем, за каждого. За некоторых там 40 копеек, за большую часть там 0. Вот. В среднем 40 рублей в месяц. Но есть люди, которые благодаря мне, вот, скажем, они открыли брокерские счета, они поняли, что это работает, что модельный портфель работает, и что это выгодно, и люди начинают увеличивать те деньги, которые лежат на брокерском счете. Они понимают, что это надежно, они понимают, что это выгодно. И здесь мои доходы начинают расти. Что такое 40 рублей в месяц? 100 человек, а у меня уже есть 100 человек, это 4000 рублей в месяц. Плюс 300 рублей за каждого человека, когда вот только открывает счет. Короче говоря, за счет вот от брокера я получаю в среднем сейчас в районе 6000 рублей в месяц от брокера.
То есть, смотрите, 1000 рублей Тинькофф плюс брокер 6000 рублей. Сколько денег я затратил на то, чтобы обеспечить? Это практически пассивный доход, потому что я снял видео про Тинькова, несколько видео снял, но они дальше продолжают прокручиваться. То есть они идут в поиске. Посмотрите, эти деньги идут практически независимо от меня. Я снял видео, сколько я на это затратил денег. Но я затратил на это время какое-то, я затратил время на то, чтобы смонтировать видео, и я трачу время на то, чтобы поддерживать канал на YouTube, то есть я выкладываю достаточно регулярно новые видео для того, чтобы помочь людям. И ну, эти видео просматриваются, продолжают просматриваться, потому что канал поддерживается. Соответственно, получается, что я один раз вот это сделал. Ну, видео это затраты времени только. Время это ресурс, но это не деньги. И этот ресурс, время мое затраченное, вот то, что видео, которое я создал, оно приносит мне деньги, которые идут независимо от меня. 7000 рублей в месяц. Можно ли назвать этот доход пассивным? Ну, с натяжкой, конечно, но можно, потому что вроде бы независимо от меня, но для того, чтобы это шло, я должен поддерживать YouTube-канал. Теперь далее. Смотрите, вы видите в моих видео рекламу перед каждым видео. Это, ну, я включил монетизацию, я обнаружил, что можно включить монетизацию с определенного момента времени. И вот если люди кликают по этому видео, то мне капает какая-то совсем мизерная денежка, там что-то 1 цент вроде бы, да? Вот. Но, посмотрите, год назад, в июле месяце, я помню, что у меня было где-то в районе 1300 человек в подписчиках. Я начал активно заниматься. Ну, я достаточно активно выкладывал видео эти дела. Я делал это регулярно. И вот однажды одно из моих видео попало в список рекомендуемых на YouTube. И что после этого произошло? После этого у меня резкий всплеск просмотров. У меня резкий всплеск количества подписчиков. И, соответственно, денег. И у меня количество подписчиков стало увеличиваться. Там по 300 человек, 200 человек в месяц, 300 человек в месяц, 400 человек в месяц, 500, 600, 700, 800, 900, 900 человек в месяц. У меня количество подписчиков начинало расти. Сейчас у меня, вы видите, количество подписчиков больше, чем 8500. Ну, до июля еще полтора месяца. Где-то в среднем идет 500 человек в месяц. То есть в 10 раз за год практически увеличилось количество подписчиков. И точно так же вот те деньги, которые шли у меня за рекламу год назад всего, у меня шло совершенно смешные деньги. Где-то 0,4 доллара в месяц примерно шло в год, в месяц за рекламу. Соответственно, сейчас эти деньги увеличились там больше, чем в 10 раз. Сейчас это в районе 50 долларов в месяц. Что такое 50 долларов в месяц? Это 50 умножаем на 60 рублей, получаем 3000 рублей в месяц за счет рекламы. И это тоже практически пассивный доход, это тоже доход, который приносит мне канал YouTube. Потому что за счет канала на YouTube люди просматривают мое видео про Тинькова. И Тиньков, я получаю деньги от Тинькова за счет чего? За счет своих видео. Я получаю деньги от открытия за счет чего? За счет того, что я объясняю людям, что это самый лучший брокер. Это действительно так. И я объясняю людям, как открыть брокерский счет. Они открывают модельный портфель. Люди мне благодарны. И открытие благодарно мне. И в качестве благодарности открытие мне платит денежки. Итого получается еще 3000
рублей за рекламу, пассивный доход, вот получается уже 10 тысяч рублей пассивный доход, в который я что вкладывал? Только свой труд, только вот свои видео я выкладываю, я думаю об этом, я обдумываю, что сделать. 10 тысяч рублей в месяц. То есть фактически та пенсия, которая мне обещана. Умножаем это на 12 месяцев. 120 тысяч рублей в год. И вот у меня женщина спросила, сколько же денег я вложил в это дело, чтобы получать 10 тысяч рублей. Ну вот, я затратил где-то 8 тысяч рублей на камеру, еще 8 тысяч рублей на микрофон. Собственно говоря, ну у меня компьютеры уже были. Вот все мои затраты, собственно говоря. А дальше время и мозги. А что у меня с накопительными программами? А с накопительными программами как раз все не очень хорошо, потому что, ну, во-первых, откладывать по 8 тысяч евро в год мы откладывали какое-то время, потому что жена у меня очень много зарабатывала, она была главным бухгалтером в крупной организации. Очень крупная. Она сначала зарабатывала там 8 тысяч, потом 80 тысяч, потом 100 тысяч рублей, потом 140 тысяч рублей. Но компания начала разоряться. Это была корейская компания. Там у них какой-то азиатский менталитет и странный несколько. Короче говоря, ну, эта компания шла весело очень к банкротству. Вот, все, что она могла сделать, она сделала, чтобы этого не допустить. То есть она там забила тревогу, она говорит: слушайте, я вот эти платежи я не буду делать, потому что вы что, там директору надо выплатить деньги. Она говорит: я не буду эти платежи делать, потому что, ну как, их нет просто этих денег. Вы что, фирма в долгах. Она развела такую бучу, они говорят: ну как так, директора слушаться? Вот так. Вот, президента. И, короче говоря, вот все сразу поняли, что да, действительно, у компании аховое положение, но спасти ее не удалось. Вот. В результате она потеряла работу, ее позвали на другое предприятие, хотя она сказала, что уже все, не хочу. Вот. На другом предприятии, так сказать, там денег было не меньше, но там просто надо было бухгалтерию завести с нуля. И, короче говоря, она сгорела на работе. Кончилось все очень печально. Сначала это был нервный срыв, антидепрессанты, потом онкология. И ее надо было выводить из этого состояния. Сейчас она не работает. Вот, все с успехом вылечили, и онкологию, и депрессию, но сейчас она не занимается ничем фактически, вот, потому что она говорит, что неправильно жила. Вот, соответственно, наши доходы резко упали, и я перестал платить в Австрию, вот, а доходы от полиграфии, ну, потому что я перестал ею практически заниматься, я понимал, что это тупик. Они тоже, в общем-то, сказать, сократились. И я достаточно долгое время жили мы, ну, плохо. То есть в долгах, да, то есть там все серьезно. Долги в районе миллиона рублей. Вот. Ну, постепенно мы выкарабкиваемся из долгов сейчас. Вот. А доходы растут. Что с доходами? Смотрите. Давайте вернемся к моим пассивным доходам, к приятному. Количество подписчиков на канале YouTube постоянно увеличивается. Что это значит? Это значит, что количество просмотров моих видео растет, и, соответственно, количество кликов, и, соответственно, пассивный доход от рекламы на YouTube. Он растет. Чем он ограничен? Ничем. Этот доход ничем не ограничен. Просто этим надо заниматься, поддерживать, и все. Здесь доход не ограничен. $50 это далеко не предел, и $500 далеко не предел, и $5000 совершенно спокойно можно получать за счет YouTube.
если количество зрителей будет увеличиваться. А здесь есть огромный ресурс, поэтому я этим занимаюсь. И так как я занимаюсь финансовым сектором, личными финансами, то, соответственно, ну, количество денег от Тинькова вполне, значит, может увеличиться, и оно увеличивается, но не сильно. Вот, количество денег, которые от открытия, тоже, соответственно, чем больше людей, тем больше денег. И когда я рассказываю про открытие, я решил записать курс, вот этот вот, как работать на бирже, как обучаться, потому что, ну, я этим занимаюсь. Когда я начал этим заниматься, у людей, ну, я стал искать такие курсы подобные. Я их не нашел. Их просто нет. И тогда я, ну, я-то, в принципе, по образованию математик и так далее, я способен многое освоить. Я учился, я набивал шишки, ошибки совершал. И я решил создать такой курс, которого нет, вот. Для новичков, для полных чайников. И я этот курс создал. Я, значит, провел несколько потоков уже по обучению людей. Люди довольны, люди занимаются, люди инвестируют. Некоторые из них много инвестируют. И понятно, что здесь идет и пассивный доход. И вот эти курсы в записи я продаю тоже 2000 рублей за курс. Это идет, здесь настроена полностью в автоматическом режиме система, то есть человек записывается, получает ссылку, оплачивает, получает курс. Все, я здесь, моя роль очень-очень маленькая, но вот это дает мне еще плюс где-то, ну, в районе 20 тысяч рублей в месяц. Можно назвать это пассивным доходом или нет, я не знаю, но, наверное, можно все-таки, потому что это тоже от YouTube, тоже от канала. То есть еще где-то 20 тысяч рублей в месяц у меня идет за счет вот этих курсов. То есть видите, что никаких вложений денежных, ну как бы они у меня есть, но я их не извлекаю. То есть это те деньги, которые как раз накапливаются, их там мало, ну там где-то ну 200 тысяч, ну 400, ну миллион там где-то. Вот. Но это маленькие деньги, цель-то, извините, 60 миллионов. Вот, я для себя поставил цель, то есть миллион долларов, вот, и пока я эти деньги не насобираю, я не намерен их извлекать, я, так сказать, скорее туда докладывать деньги, чем извлекать оттуда. Поэтому я ищу такие источники, которые не требуют вложений. Вот такие источники есть. Да, еще вот есть у меня серия видео про Win-Win People. Вот это увеличить кэшбэк, потому что кэшбэк от Тинькова дает 400 рублей в месяц. Кэшбэк за счет Win-Win People Capital позволяет увеличить кэшбэк в 3, в 4, в 5 раз. Тоже важная штука. Вот кэшбэк там накапливается и, соответственно, его можно получить. Вот. Но там в чем ограничение? В том, что кэшбэк распространяется только на покупки через интернет пока. Вот. А через интернет все-таки не такая доля большая наших покупок. В основном идет не через интернет. Сейчас они развиваются в сторону офлайн как раз магазинов. И посмотрим, что там будет. Я об этом буду держать вас в курсе. Но это все тоже работает. Но пока за счет вот этих кэшбэков всяких у меня пока там, ну, в районе 1500 рублей в год. То есть, ну, не принципиальные деньги пока еще. 100 рублей в месяц в среднем получается. Но все равно это добавка. Ну, как говорится, курочка по зернышку клюет. Вот, таким образом, я не знаю, подойдет ли какой-то из этих вариантов в качестве источника пассивного дохода для вас. Но, смотрите, Тиньков. Если вы еще не открыли карту Тинькофф по моей ссылке, то, пожалуйста, вы можете это сделать. Вы найдете ссылку под данным видео. Вот. С другой стороны, вы найдете мое видео, где я рассказываю про банк Тинькофф. Я вам его скину, пожалуйста. И у меня есть видео, как сделать сайт с кнопкой. Вы делаете свой сайт, туда помещаете мое видео, в кнопку внедряете вот эту ссылку от Тинькова, свою уже. И уже вы получите 300 рублей за каждого человека, который откроет по этой ссылке карту Тинькофф. Пожалуйста, вот вам вариант.
Это можно делать через соцсети, продвигать этот сайт. Это можно делать через Инстаграм, через ВК, через Фейсбук, через Одноклассников. Я не знаю, где, что. Я в этом не самый большой специалист. Я делаю это через YouTube. Вот, вы также можете делать это через YouTube. Я, ну, довольно сложно, конечно, тут камера, и надо вести себя перед камерой, как-то научиться, но это возможно. Возможно, это вам подойдет. Вы также можете стать, ну, если вы открыли уже брокерский счет и так далее, вот такой же договор можете заключить на, с открытием брокер, как и у меня, но это тоже довольно сложно. Это еще сложнее, чем Тинькофф. Намного сложнее, потому что там требуются деньги и так далее. То есть здесь требуется больше труда, чтобы привлечь людей. Но это тоже возможно. Может быть, это подойдет вам. А что я могу посоветовать вот лично вам, то ну, подумайте, что из этого вам подходит. Если что-то подходит, то милости просим. Если что-то не подходит, подумайте, есть ли такие же варианты в той области, в которой вы занимаетесь и которая вам нравится. Наверняка такие варианты есть. То есть наверняка есть вариант, кто на этом зарабатывает деньги. Вы можете подключиться к этому человеку и просто, так сказать, в кооперации с ним, партнерская программа это называется. Это называется партнерская программа. По партнерским программам в интернете обычно выплачивается 50% от тех денег, которые удается получить с клиента. 50% – это очень хорошее дело. Просто возьмите ту область, в которой вы занимаетесь, которая вам близка. Мне ближе всего эта тема лично финансов. Поэтому я этим занимаюсь. Найдите тех специалистов, которые зарабатывают в той области, которая ближе вам. Найдите специалистов, которые зарабатывают на этом в интернете. И продвигайте их услуги через интернет. Или не через интернет, офлайн. И вы сможете точно, совершенно найти область, в которой вы будете получать пассивный доход. В той области, которая вам нравится. На сегодня все. Я надеюсь, это видео было полезным. Я рассказал вот прямо всю подноготную о себе, все свои финансовые потоки. Вот, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь. Ну, а дальше я буду рассказывать еще, как увеличивать свою пенсию, как создавать источники пассивного дохода. До встречи. С вами был Демитков Юрий.